недавней кампании городская казна опустела. В связи с этим вводится дополнительный налог на предметы рынка. Вывешен зданий гильдии. Внимание! Штрафы за ростовщичество были пересмотрены. Читайте в полном тексте указа. Внимание! Новых штрафов вывешены на всеобщее обозрение в здании городского совета! Что ты здесь делаешь? Убирайся! Внимание! После пожара во время фестиваля на площади Сан-Поло Дож повелел ввести стандарты! Он там! Изготовление фейерверка! Полный текст указа вывешен зданий. Становится все сложнее. Боль усиливается. Она видит, как я замахиваюсь ножом. Осталось совсем немного. Вначале книг. Организация хотела получить эти частицы. Они почувствовали власти. Но что это за частицы? Почему действуют? Похоже, наш разум словно создан для того, чтобы подчиняться им.
что, покидаемся карликами. У меня есть все, что вам нужно. Самые модные художники из Флоренции, Венеции, Сиены и Уилья. Для своих клиентов я собираю лучшие... Где Эмилио? Я приказал ему быть здесь. Ты приказал ему? Лично? Да, лично. Мне не нравится, что ты не доверяешь мне. Мне тоже. Возможно, он прибудет с остальными. Пойдем. Нет. Ну что, как дела во дворце? Совсем непросто. Мученика доверяет подать ему несколько советов, но он слушает не меня, а других. Значит, нужно постараться и войти в круг его приближенных. Си, я понимаю, но это труднее, чем мне казалось. Отчего же, Карло? Я не знаю, просто он... Дож не доверяет мне. С чего бы вдруг? Это не моя вина. Я все время пытаюсь угодить ему. Выясняю, что он любит, преподношу ему то лучшее варенье из садов Сардинии, то самую модную одежду из Милана. То есть ты никто иной, как подхалим? Что? Как ты меня назвал? Тряпка. Льстец. Лизоблюд. Мне продолжать? Бастардо. Ты не знаешь, каково это! Их ты не понимаешь, как мне тяжело! Но я прекрасно тебя понимаю. Что скажете? Внимание! Да, рогатый. Понятия не имею. Просто чиновник. А я приближенный самого дожа. Я с ним день и ночь. А ты только мечтаешь о таком. Ты закончил? Едва ли. Теперь ты послушай меня. Уверен, что мы сможем привлечь Дожа на нашу сторону. Все торговцы восточными пряностями. Мне нужно время. Времени у нас, мягко говоря, не в избытке. Поцелуйте девушку. Сеньоры, мы лучшие девушки в городе. У меня болят ноги. Может, присядем где-нибудь под крышей? Ты знаешь место, где можно спокойно обсуждать такие дела? Внимание! Эй, Имма, аморе! Бонжорно, кузен. Сеньор Карло. Мы думали, что Эмилио с тобой. Эмилио мертв. Что? Как? Это ассасин. Тот самый, который перебил семью Пацци. Он здесь, в Венеции. Экози? Ты не знал об этом, Сильвио? Он может быть где угодно, прямо здесь, а мы не подозреваем об этом. Он убил Эмилио в его собственном дворце. И что будет с нашими планами? Время интриг прошло, братья. Мы должны действовать. Но, Марко, я так близок к цели. Еще пара дней, если я... Нет, все произойдет на этой неделе. Нам нужно идти дальше. Что испанец думает об этом изменении в планах? Скоро сможешь сам его об этом спросить. Он здесь? Прибыл из Рима? Так говорят. Согласна. Отлично. Возможно, он сам примет решение. О чем, кузен? О том, кому из нас придутся в пору одежды дожа. Я не знал, что это подлежит обсуждению. Мне казалось, что выбор очевиден для всех.
Да. Похоже, вы умеете обращаться. Должен был стать тот, кто спланировал все это дело. Тот, кто своим умом додумался, как спасти город. Практическая сметка очень важна, друг Сильвио. Но прежде нее правитель должен обладать мудростью, не забывая об этом. Кальма, кальма, Амич. Прошу, не нужно ссориться. Вы знаете, что решение принимать не вам. Совсем не факт, что он выберет человека из семьи Барбарико. Отчего ему не выбрать меня? Я выполнял всю тяжелую работу. Баста, мы подождем его прибытия. Ты уверен, что он придет? Да. Сеньор, нам нужно идти быстрее. Я чувствую слежку. Спасибо, Данте. Мы постараемся не отставать от тебя. Этот телохранитель — настоящая находка. Сколько ты платишь ему? Меньше, чем он того заслуживает. Парень уже дважды спас мне жизнь, а вот собеседник из него скверный. Довольно, хватит молоть чепуху! Кто станет дожем, не вам решать. И, кстати, я не давал вам позволения строить планы. Простите нас, господин. Мы хотим только услужить вам. План таков. Дож Маченига умрет сегодня ночью. Как только это случится, Марко займет его место. Ви ринграцио, умилменте, маэстро. Отлично. Мессер Гримальди, ты близок к Маченигу. И потому сыграешь главную роль. Сделай все как должно, и не будешь забыт. Пойдем со мной. Крови не проливать, понимаешь? Все должны думать, что он скончался мирно и тихо. Конечно, господин. Насколько ты близок к нему? Я могу свободно гулять по дворцу. Пусть дождь не слушает моих советов, зато верит мне не меньше, чем близко. Отлично. Тогда я желаю, чтобы ты проник на кухню и отравил его обед. Как скажете. Марко, ты можешь быстро достать подходящий яд? Стоит обратиться к моему кузену. Он подлинный знаток ядов. А, Сильвио. Я к вашим услугам, господин. Что ты можешь добыть для нас? Я потолкую со своими людьми на улицах. Скорее всего, я сумею достать Кантареллу. Хорошо, а что это? Разновидность сильного мышьяка. Обнаружить почти невозможно. О, вабене, вабене. Значит, решено. Тогда чао. Песня. Мы берем мало, но сколько даем. Да, дорога. Граждане! Школа Святой Урсулы решила украсить свою часовню. Тебе нужна медицинская помощь? Помоги мне починить плащ. Вы не поможете нам, похоже, вы умеете обращаться с дамами. О, ты такой большой. Прошу прощения, господин, но разве это не опасно для вас? Следует ли вам настолько углубляться в детали нашего заговора? Я чувствую, что должен заняться этим лично. Пацци подвели нас во Флоренции. Я надеюсь, что вы этого не сделаете. Не беспокойтесь. Пацци были всего лишь кучкой глупцов. Пацци были влиятельным и уважаемым семейством, но их уничтожил один молодой ассасин. Не стоит недооценивать врага, который сейчас находится в вашем городе. Иначе Барбарику разделят судьбу Пацци. Действуйте быстро и наверняка. Бене, мне пора возвращаться в Рим.
Времени мало. Не подведите нас. Что я за кретин? Нужно было лучше следить за ними. Теперь только Антонио поможет мне расхлебать кашу, которую я заварил.